На тебя глядя и мне дремать захотелось. Что? Зурик разбился. Хотела боли себе. Тоже хотела уйти. То есть из мира выпадает какой-то кусок, который меня травмирует. Я его забываю. Я его вытесню. Сейчас тебе скажут, что ты можешь что-то сделать, а его вернуть. Сделаешь все. Мама никогда не сможет принять смерть отца. Она себя так защищает.